Я только что разобрала кофеварку Биолетти. Она у нас в печальном состоянии. У нее отвалилась и рассыпалась в труху резинка, прокладка, которая вот здесь вот вставляется. И совсем пришла в негодность вот эта вот ситечка-фильтр. Вот, так в целом кофеварка неплоха. Ну, сейчас я ее помою, потому что она что-то печально выглядит. И мы купили новый набор Биолетти. Здесь оказалось три прокладки новые и новая вот эта вот ситечка. Сейчас я помою вот эту жуткую кофеварку, и я думаю, что все станет хорошо и будет работать. Что интересно, кофеварка у нас сделанная точная копия Биолетти, но вроде как это не Биолетти, потому что на ней нет никаких опознавательных символов Биолетти. Обычно у настоящей Биолетти внизу, вот здесь по, как это, горлышко назвать, по краю, в общем, вот на этой части обычно написано Биолетти. Но здесь ничего нету, и нету вот этого их персонажа, как он называется, Мно-мно, ну, в общем, этого персонажа нету. Вот, но... Мы взяли попробовать все-таки, поскольку она очень похожа по размеру, именно от настоящей кофеварки Биолетти запчасти. И сейчас посмотрим, как они подходят. Так, ну вот, я помыла кофеварку. К сожалению, вот эти части уже не отмываются, но сколько получилось, помыла. Так, плюс тоже помыла, сколько отмылось в верхней части и... Вставляем таким образом сюда новая ситечка и новую резиночку. Так, может показаться, что она не подходит, но на самом деле внутри там должно быть чуть-чуть пошире. Так. Сейчас. О, все влезло. Вон она как влитая сидит. И сейчас буду пробовать сделать кофе. Очень быстро сделался кофе. Сейчас будем его пробовать. Ну, хороший получился кофе. Я пью кофе с молоком. Черное не люблю. Но на вкус он прям хорош. Не горчит, ничего такого. Так что, супер. Кофе получился хороший. Но нюанс в том, что, видимо, не очень плотно села резиночка. И немножечко кофе вытекло. Но уже когда я наливала его в чашку... На плите у меня еще замоченная с предыдущего раза, еще без крышки, без запчастей от Биолетти, попытки сделать кофе вообще без резинки, без прокладки. И, в общем, они не удались, и весь кофе разлился на плиту. Я все это дело замочила, чтобы было проще отмыть. Но в целом эффект мне нравится. Стоимость этих запчастей Биолетти примерно 6 евро, там 5 с чем-то, чуть меньше, чем 6 евро. Но это хорошо, потому что понятно, что для копий никаких запчастей не продается, и поэтому хорошо, что она прям точная копия, и на нее встает запчасти от настоящей Биолетти. Так что буду наслаждаться своим кофеечком. Если у вас есть такая же проблема, меняйте запчасти, и будет вам заново вкусный кофе снова за 6 евро на много-много раз. Чтобы не покупать за 35 или сколько она сейчас, 40 стоит кофеварка Биолетти.